друзья, забавный случай. У нас Hyundai Starex, машина пришла из Кореи. Ребята, которые занимаются продажей, вот они привезли. Вот смотрите, здесь тычок на правом заднем крыле. Вот он. Да, вы его видите хорошо. И вот те, кто пытался к нему добраться, да, они здесь, скорее всего, у этого автомобиля, я помню, что здесь где-то проходит широкий усилитель. И, скорее всего, вмятина под усилителем. Потому что, смотрите, снизу от вмятины, там, 10 сантиметров. Раз, накол, два, накол, три, накол. Здесь где-то еще четвертый был. Вот он, да, четвертый накол. Вот они лезли инструментом, и куда они смогли добраться, это вот сюда. Сюда попасть не смогли. Ну вот давайте сейчас эту ситуацию разберем, посмотрим, почему они не смогли сюда добраться, и посмотрим, чем мы сюда сможем добраться. Итак, друзья, снял фонарь, попробовал через отверстие фонаря, ничего не получается. Вот, есть тут еще вот такая вот заглушка, через нее тоже ничего не получается, потому что там вторая полость, там еще блок управления, видимо, стоит, поэтому ну, влезть сюда не получается. Эти наколы они оставили, видимо, через технологическое отверстие под аркой, то есть они где-то здесь организовали отверстие и оставили накол. Поэтому я принял решение выполнять работу холодным клеем, потому что у нас есть скотч. Вот я сейчас уже подтянул вот маленькой клипсочкой. У меня она подтянулась. И сейчас я ее обобью и еще раз подтяну. Поэтому будем работать клеем. Вот так вот я попробовал поставить вот такую клипсу от Денис Красько. У нее на самом деле такое продольное микрооснование, как раз вот по моему рубечку. Потому что холодный не справляется, там у меня крепление усилителя вокруг, очень упругое место, не тянет, холодный ее просто даже с подготовкой, вот пробую горячую. Итак, друзья, вот результат потяжки клипсы Дениса Красикова, вот результат пробития накольчиков металлическим пробойником, он как раз для этого и предназначен, для того, чтобы пробивать именно наколы. Остались только дефекты в лакокрасочном от самих наколов, вот, а сами плюсики ушли. Так, друзья, по крылу вот такого вот результата удалось достичь. Вот, в принципе, все у нас нормально, выклеилось. Даже донышко вот это глубокое подразвернулось, а по накольчикам вот такой вот сценарий. Вот видите, да, здесь торчат, где у нас, вот они, точунки торчат. Но это накольчики сами, краску спорола, когда они кололи, когда они крючком туда лезли. В общем, все неплохо. Так, друзья, вторая вмятина на этом Старексе, это у нас сдвижная дверь левая. И смотрите, какой здесь интересный момент. Я смотрю торцевую часть двери и оба, а тут сюрприз, такая спелая заглушечка здесь стоит, вообще нормальная такая, да? Вот так вот тоже, видимо, пробовали, но что-то у них не вышло, ну, в общем, сами понимаете. Смотрите, друзья, снимаю эту заглушку, она вот такая заглушка, но это просто капец, вот воткнули, что ни попади, откуда ни попади, на ПДР-клей поставили вот так вот, да, она у меня в руках просто вот сама отскочила, вот эти отверстия, красота, ну это просто капец. Это вот я вам показываю, как делать нельзя, и вот как вообще работать нельзя, это вот когда люди экономят на говне и палках, называется, то есть вот вместо заглушек все это непонятно, что подсверление оставляют вот так, а потом вот клиенты приезжают в нормальные места и говорят, что сверлить это ужасно. Ну, конечно, ужасно, вот если такое уродство, посмотрите, как засверлен торец, вот, посмотрите, где засверлен, ну это просто ужас. Смотрите, друзья, я воспользовался их отверстием, вот, которое они сделали, они из этого отверстия не смогли подобраться, потому что оно под усилителем находится. Ну вот все, что мне потребовалось, вот этот крючок, вот все, что мне потребовалось. Просто я зашел из-под герметика, туда вот он дефект, я его сейчас приподнял, плюс, вот, я зашел из-под герметика и вытащил его кончиком крючка. Ну, это вот еще раз говорит о квалификации и о том, чем люди работают, что имея в арсенале два крючка, они берутся за работы, а потом вот машины приезжают на повторные ремонты вот с такими вот
отверстиями, с такими вот заглушками. И наверняка этот чел, который делал это, он наверняка сказал, что это сделать нельзя, потому что...